Наш первый полет после пандемии в Америку. Это так было волнительно. Мы заранее упаковали чемоданы. У нас был билет только на один чемодан и один carry-on, маленький с собой. Полет у нас был Мельбурн, Сан-Франциско, Сан-Франциско-Хьюстон, Хьюстон-Майами. Такие были ноги у этого полета, и так не верилось, что мы наконец-то попадем в Америку. Я очень волновалась почему-то. Наверное, потому что у меня уже был один полет, который не состоялся. Я уже была в аэропорту, 15 минут оставалось до отлета, и рейс отменили по неизвестным причинам. Конечно же, это было во время пандемии. 21 сегодня у нас ноября. Летим встречать мой Нэнсин и Сэрон день рождения. У нас день рождения рядом. У меня и у Нэнси 26 ноября, а у Сэры 28 ноября. Но у нас еще будет Thanksgiving на пути. Thanksgiving будет 24-го. Вот на этом самолете мы и летим. Солнышко осветило самолет, сейчас он лучше виден. Такие происходят действия возле самолета. Лететь в самолете нужно от 14 до 16 часов из Мельбурна в Сан-Франциско. По прилету в Сан-Франциско у нас была нога в Хьюстон. Сели в самолет, 2 часа просидели, даже вздремнули. Нам сказали: забирайте свои чемоданы и выбегайте, идите в очередь, вас будут перераспределять на другие рейсы, потому что этот никуда не полетит. Стали в очередь, стояли час. После 16 часов лета, этот час, когда ты стоишь на ногах, это просто счастье, что ты можешь стоять, а не сидеть в этом кресле, к которому ты привязан. Наконец-то нам дали следующий полет только завтра. То есть сегодня мы никуда не летим. И нам предложили отель. Очень приятная была девушка. Она мне предложила или Marriott, там где шопинг, или еще какой-то отель. Я сказала: давайте Marriott, там где шопинг. Прекрасно все сложилось. Мы приехали в этот отель. Из аэропорта в отель нас доставили на шаттл. Все это было абсолютно бесплатно. И еще она надавала нам много ваучеров на ужин, на завтра завтрак на следующий день. И она сказала: шаттл нас назад привезет в аэропорт, и полет у нас очень рано утром. Да, и самое главное, мы же не полетели в Хьюстон. Нам дали прямой полет из Сан-Франциско в Майами. Хоть полет был и прерван, но зато они нас ублажили с тем, что они нас устроили в отеле, дали нам ваучеры на рестораны. Молодцы, American Airlines. Вот когда мы приехали в отель, в Marriott, нас привезли туда, меня встретил приятный сюрприз. Мировой офис YouTube находился напротив нашего отеля Marriott. И мы пошли гулять. Мы прогулялись вокруг этого YouTube. Погода была такая холодная. Это вроде как будто день такой ясный и звенящий воздух, но холодно было. В Мельбурне очень тепло, мы улетали. В Майами будет жарко, когда мы прилетим. У меня не было одежды, поэтому я одета как капуста. Мы пошли греться в ресторан. Ресторан называется Lobster Cave. Я заказала аляскавские крабы. Олег заказал лобстера. Мы пили белое вино и были по-американски огромные порции. Было очень-очень вкусно. Приключения наши начались сразу же с того, что мы остались на одну ночь в Сан-Франциско. Это лучше для нас. Это я рассказываю, что все так гладко и
интересно, весело. На самом деле Олег там в очереди немножко пошумел, повозмущался, потому что так долго мы стояли. Они говорят: ой, все на ланче, все ушли на ланч, никто не может сейчас вас обслуживать. Но Олег там немножко шум поднял, прибежали. Потом я разговаривала с женщиной в очереди, пока мы стояли. Она из Брисбена, она американка, она живет в Брисбене. И она была немножко впереди меня. Подошла она потом ко мне после того, как ее обслужили, и сказала: сделай все, чтобы ты попала вот к этой. И показала мне на девушку, говорит: вот сделай, чтобы ты попала вот к этой. Потому что она все делает быстро, четко и высокий профессионал. И, конечно же, я попала. Я специально выждала момент, чтобы попасть именно к той.